79 ДТП, 78 пострадавших, 15 погибших. Это статистика аварий на переездах Южноуральской железной дороги, причем только с начала 2015-го. Железнодорожники отмечают, аварии из года в год не становится меньше. Ошибки, за которые многие поплатились жизнью, некоторые водители повторяют. За 5 месяцев сотрудниками госавтоинспекции к административной ответственности привлечено более 400 водителей транспортных средств. В основном нарушение является это обгон транспортных средств в непосредственной близости перед железнодорожными переездами, проезд железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофоров и выезд на железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме. Наша съемочная группа стала свидетелем грубого нарушения дорожного движения. «Волга», не стесняясь камер, совершила обгон на железнодорожном переезде. Паркать дежурный, оградим переезд 1511 километров. Это старт ежегодной акции «Внимание! Переезд!». Железнодорожники перекрывают движение на одном из переездов города. Здесь нет шлагбаумов, поэтому водители должны останавливать, если не правило, то инстинкт самосохранения. У меня двое детей в машине, поэтому соблюдаем правила дорожного движения. Всегда останавливаете? Обязательно. Ну а почему? Страшно все-таки проезжать? Ну, естественно, страшно, конечно. Потому что тормозной путь у поезда очень длинный. Конечно, я переживаю за себя, жизнь дороже. Но не все водители оказались такими прилежными. Эта «Газель», например, проигнорировала запрещающий сигнал светофора. Водителю повезло, ведь это была лишь акция. Если действительно на путях мчался поезд, то остановиться перед таким лихачом он бы не смог. Ведь тормозной путь состава достигает 2 километра. Полностью ограничить проезд автомобилей на железную дорогу теоретически можно, но вот воплотить эти задумки в жизнь практически нереально. Путепровод установить, да, это как бы выход из положения, но их нужно будет, это просто цифру, я даже боюсь такую называть, в какую цифру это будет вылиться, что такое построить путепровод. Поэтому в основном с водителями ведется работа профилактическая. Раздаются памятки, объясняется, что за попытку сэкономить в пути несколько минут можно расплатиться жизнью. Анастасия Матвеева, Георгий Бурлуцкий, новости дня.